Ярмоленко пройдет медосмотр в Вестхэме. Андрей Ярмоленко близок к переходу в АПЛ. Вестхэм готов заплатить дортмундской Боруссии почти 20 миллионов евро за Андрея Ярмоленко. Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники, украинцу осталось пройти медицинский осмотр в английском клубе, а также получить разрешение на работу в Англии. Андрей Ярмоленко за один сезон сыграл за Боруссию до 30 матчей. Ранее сообщалось, что в Боруссии Ярмоленко освободили от тренировок, чтобы он решил вопрос с будущим клубом. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.